Привет, друзья! Мы с вами находимся в историческом месте. Здесь, в 1752 году, Абрахам Кунц изобрел свой рижский бальзам. Именно в этом месте все происходит. Сейчас здесь продаются разные виды бальзамов. Например, классический бальзам. Бальзам с ромом. Бальзам курант. Крем-бальзам. Продается в бутылках только 0,5 и только определенного цвета. А еще здесь творится всякая мистика. Как, например, всем привет!